К другим новостям. В Волгограде продолжаются мероприятия, посвященные 22 июня, Дню памяти и скорби. В этот день, 77 лет назад, началась Великая Отечественная война. Память погибших почтили ученики 5-го лицея, возложив цветы к вечному огню. Прежде чем отправиться на площадь павших борцов, ребята приняли участие в торжественной линейке в школе. По традиции она началась с минуты молчания. Также в этот день из уст мальчишек и девчонок звучали военные истории, рассказы о фронтовиках, стихотворения и всеми любимые песни. Но уже после ребята возложили цветы к вечному огню, как дань памяти о тех, кто погиб ради мирного неба и будущего наших детей. Сегодня в нашей стране продолжается чемпионат мира по футболу. Это праздник для России и для всего мира. И тем не менее, 22 июня для нас это памятная дата. День, когда мы не должны забывать о том, что весь мир узнал, что такое война. Поэтому и линейку сегодня начали мы именно с этого события. Почтили минуты молчания, память о погибших, о тех, кто воевал, кто принес нам победу, кто отстраивал потом наш родной город Сталинград из руин, для того, чтобы мы сейчас могли в этом городе принимать чемпионат мира по футболу. Дети возлагают цветы к вечному огню, а потом вернутся к мирной жизни и будут болеть за свою страну на поле сражения на чемпионате мира.